Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня у нас на обзоре шейвер Эндис. В принципе, шейвер Эндис у нас уже был. Эндис Профойл Литиум. Здесь у нас Профойл Литиум Плюс. Отличие у нас только в наличии подставки. Ну, есть еще небольшие отличия, о них мы, конечно же, еще поговорим. Итак, давайте для начала распакуем новинку. Итак, как всегда, упаковочка. На лицевой части у нас в натуральную величину этот самый шейвер. В принципе, ничего не изменилось, кроме цвета по сравнению со старым. Комплектация та же самая. Шейвер, зарядка, кисточка для чистки, защитная крышечка и добавилась зарядная подставка. Описаны характеристики. Описано, что шейвер этот идеален там, для... ультракороткого там снятия для почищения каких-то там зон на затылке, на висках и для удаления антенн. Ну, давайте все-таки распакуем и посмотрим, что у нас внутри. Итак, внутри у нас шейвер, как обещано, зарядка, кисточка, зарядная подставка. Ну и защитный колпачок. Давайте лишнее уберем. И для сравнения возьмем шейвер, уже хорошо нам знакомый. Эндис ТС-1. Тот, который с подставочкой, у нас называется ТС-2. Который без подставки ТС-1. Итак, вы видите, они практически близнецы-братья, отличаются немного по цвету. Вся начинка у них одинаковая, они оба имеют роторные двигатели, там около 9000 оборотов в минуту. Оба работают около 80 минут на одном заряде, чего более чем достаточно на смену. И они, в общем-то, полностью совместимы друг с другом по сеткам. То есть можно вот так вот сделать просто и переставить сетку от одного на другого, и вы не заметите разницы. То есть запчасти у них абсолютно совместимы, они абсолютно одинаковые, это хорошо. Отличие по самому шейверу — это вот вставочки черные. Они отличаются не только цветом, они отличаются еще и немножко своей фактурой. То есть здесь обычный пластик, ну, в теории он может скользить, хотя, на мой взгляд, держится в руке просто отлично и не скользит абсолютно. Хотя, может, если руки насквозь мокрые от пота, то проскальзывать и будет. Не знаю, не встречался с таким ни разу. Здесь добавили такой софт-тач покрытие не скользящее. Но, опять же, на мой взгляд, смысла в нем особо-то и не было. Потому что и старый шейвер в руке сидел просто прекрасно. Несмотря на свою такую угловатую форму, очень удобно держать, очень удобно работать. Ну, собственно, и все. То есть здесь у нас та же самая система плавающих головок. Две отдельные независимые бритвенные сеточки. Все то же самое. Но помимо зарядки напрямую от кабеля появилась возможность заряжать на зарядной станции. Это довольно-таки удобно. То есть поставили станцию на свою тележку или на столик, и она у вас там постоянно стоит. Отработали, поставили туда шейвер. Помимо очевидного плюса, что он у вас будет постоянно заряжен, второй плюс, что у вашего шейвера будет свое законное место, на котором он стоит всегда, и можно будет брать его практически не глядя. На мой взгляд, это удобно, но все это стоит дополнительных денег. Хотите ли вы их платить? Ну, это вопрос к вам. Я, честно говоря, не вижу необходимости переплаты, но если хочется, можете взять с подставкой. Никаких плюсов у этого шейвера перед старой версией ТС-1 нет, поскольку он все так же чисто снимает, у него все та же система плавающих головок, то же время работы, то же время зарядки, тот же мотор, все абсолютно то же самое. Отличается только вот этими вот вставками черными, которые якобы уменьшают скольжение, которого и так не было. И зарядная подставка. На этом, пожалуй, все. Будут какие-то вопросы,
задавайте в комментариях под этим видео, либо в нашей группе ВКонтакте, которая называется внезапно «Енот Постригун», либо в Инстаграме, где у нас также есть аккаунт с тем же самым названием «Енот Постригун». Ну и не забывайте, что все эти товары можно купить на нашем сайте, который называется «Енот Постригун». На этом все. Пока-пока.